Блин, повторяюсь. Всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будем играть в игрушку The Final Stadium. К концовке игры я дошел. Она не такая хорошая, как я думал. Какой-то неизвестный чувак с дробашом, который убивает всех зомби, по ходу дела наши галлюцинации. И когда мы проходили через метро, то есть это я говорю, это спойлеры. Вот это, ладно, слушали вы, наверное, ничего не поняли, ну да ладно. Спойлеры, если вы смотрите и говорите, что ты полное прохождение не делаешь. Ну, полное прохождение я бы сделал бы. 3 серии снял, это очень долго. Мама так кашляет, пусть будет здоровая. Вот. Концовочка игры. Мы уже, по-моему, стали черным. Вот. Я уже сказал, что спойлеры, если вы это слушаете и хотели эту игрушку поиграть. Ну, не успели, все. Чувак этот наш умирает, кашляет. Супер-мега-робот не спас мир, он сломался просто. Детская комната. Папа с дочкой. Ну, нам все пиздец просто. Вот эти кашляет. Все, умер. Превращается в зомби. Этот чувак приходит. Ну, самый, типа, неизвестный чувак. Выбрасывает сигареты. Видит, что мы, блин, общаемся. Мутант, а зомби, не знаю. Он говорит, что это не болезнь, это лечение. Только слишком передозированное, что умираешь так. Давай, 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 поднимайся. Нет, не убивай! Я в черного превратился. Все. Я ник, да. Ну, все, я позабочусь о тебе. Все, игра закончилась на этом. Игра разработана Олегом Сергеевым и Андреем Румаковым. Очень большое спасибо, что они создали. Продюсер Алекс Никерхерлучик. Я не знаю, как Олег Сергеев. Художник. Ну вот, концовка игры. Такая концовка. В некоторых местах было очень трудно, можно было умирать. Но я так вам скажу, можно даже без патронов, без ничего пройти эту игру. Просто все пробегать там, от зомби убегать, скидывать им бочки, ударять руками. Даже можно того, чуть побольше зомби, бить просто руками. Ну, если хотите, это можете все прочесть. Ну, все, закончил эту игру, прохождение. Я почему не хотел сделать полное прохождение? Ну, смысла нету. И концовка, наверное, понятная, что в конце концов любой человек, без разницы, он какой там бессмертный, или там у него в крови его там не укусили, в любом случае он умрет. В итоге наш чувак понюхал газа чуть-чуть и превратился в мутанта. Но зато он прошел сколько метров, сколько убил этих мутантов сам. Молодец он. Еще при том, что соотношения эти никогда не создадут Луну. И от наших едва не родится новый человек. Юша. Вот еще хотелось бы сказать. Также тут в этой игре две Луны. То есть не одна, а две. Что-то как-то очень сильно странно. Надеюсь, скримера что-то такого не будет. Все, игру уже прошли. Видите курсор. Вот зомби сами, да. Ну, что могу сказать, игра крутая. Не как на этой картинке, ну, примерно, типа, схожая. Типа, по пикселям. Вот. Ну, проходить ее или нет полностью, решать вам сам, конечно. Наш чувачок, когда сначала был, он уже был заражен. В любом случае. Как он был заражен? Уже газ, наверное, чуть нюхал. Но постепенно превращался сам в вот таких мутантов. Вот. Такие дела. Но зато, я как говорил, много чего смог сделать. Спасти человечество. Ну, как спасти, они умерли. Потому что супер-робот, сейчас картинка, если я найду, вот здесь. Не спас. Вот. Если вам понравилось это видео, это концовка такая. Я не знаю, может быть, тут есть и хорошая концовка, но я не знаю, как ее получить. Также тут есть много пасхалок, секреток, их надо кодировать, всякое такое. А я это не хочу. Игра проходится буквально за один день. Вот. И все, на этом я буду прощаться. Если вы тут впервые, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк на это видео. Всем удачи, всем пока-пока. Желаю вам еще хорошую концовку, в отличие от моей, где наш главный персонаж в любом случае погибает. И мучительно. А еще его выстреливают в голову, когда он превратился в мутанта. Ну, наверное, когда мутант, без разницы. Не знаю, как этих существ назвать.
Очень прикольно. Картиночки также будут такие эпичные от самих создателей. В таком же стиле, типа он там перебинтованный, там с автоматом, всякое такое, дробаш. Вот. Ну, я еще некоторые, реально я пропустил двери, там такие, блин, шмотки. Еще также советую вам, когда вы в лабораторию придете, купить еды, куча еды. Ой, аптечек, аптечки покупайте, вот, я вам советую. Еда без толку, аптечка самая главная. Просто аптечку даете, хоть у него мало хп, он выживает. И в итоге вам даст еще улучшение на дробаш. Вот такие дела. А я там потратил все такое, не смог отхилить, не смог дать еды. Ну да ладно, бессмысленно. Все, прощаюсь, всем удачи, всем пока-пока.